Оу, oh, yeah, все. Присоединился. Oh. Че, как у вас там пати было на выходных? Смотрю, там масочный был и все дела. А, да. Пошли в Кирилл в магазин водочки взять. Там нас перехватил знакомый. Или пошли до меня. Я говорю, ну, пойдем до тебя. Тут валялась эта маска. Как у вас там? Новый год уже вовсю, наверное? Письмо. Тут что-то еще было. Куртка. Я что? Выходить теплее. Олег, у тебя еще громковат звук. Или он близко к этому, к вебке? Да не особо-то близко. Что это было? А, ты нажал? Сейчас. Паузу. О, ура. Ну, я так и не вышел там. Взял турда? Что за хрень? У нас интерфейс пропал весь. Вопрос. Слышь? У тебя, кстати, приложение или Discord приложение или этот? Нет, такое. Веб-интерфейс. У нас пропал куда-то этот весь UI. Во, появился. Надо было стартуху нажать просто. Так, что тут черепаха? Что, я маг, да? Так, тут нельзя сделать тише, да, звук в игре? Просто ты тихо. Сейчас 5 секунд сделаю в игре потише. Все, нормал. Что, там есть куда еще идти? Вроде есть. В смысле? А, вон, да, еще одна. Слева, точка. Слева, да. Одна-одна. Белая-белая. Что там у Лаки? Все равно пиздос, как громко. Ну, у нас много белых таблеток. Одну-одну. Белую-белую. Ну, чтоб здоровым стать. Так. Magic Int не нужен. Ебать, вот еще 4 орка. Сейчас черепаху им дам. Сейчас, блядь. А, нахуй, что-то я недавно Vagant играл, хотел посмотреть, что у меня в инвентаре. А как ее кинуть к ним туда вниз? Оу, oh, щет. Что это они? А, это мой пацан решил туда ворваться. Блять, вот это я придурок. Шипы ебучие. Я не заметил шипы. Сука. Просто обычно, когда начинаешь там уже прыгать, дохнешь потом. Так. А, я еще не умею, да, это делать? Только если убить несколько чуваков, научусь. Там еще два снизу, смотри. У них что, ададыч или что это за фиолетовая была? Скорее всего. А, пойду пока хавать всяких слизей. Кстати, я их не раздевал, но эти, в принципе, мне кажется, можешь тоже хавать уже. Ну ладно. А вдруг амулет какой-нибудь будет? На... Не буду ладно. Хавать. А, сука, он невидимый был. Чё себе, они пьют теперь бутылки невидимости? Вот мразь. Может, там какие-нибудь амулеты будут? Раздень их всё-таки. Блять, хорош, но мне, ну... Во, ништяк. На мне уже амулет этого. Житух. Один я снял. Во, с кого-то. Крутяк. Так, верхних вроде посмотрел. А, ты как раз нанизу где-то, да, должен быть? Да. Твой труп. А, да. Вот, Бен. Бен какой-то. Бах, все. Я второй игрок. Отстойно. Давить? Ну, во. Да, да. Я, мать его, второй игрок. Пропеллер не видел? Останавливающий молот.
Так, стоп, как там? Наверху пропеллер. У меня мозг сейчас поломается. Смотреть направо все время. Так, черепах, отстань. Ого, молот какой крутой. А мое оружие не видел? За щекой оружие. Да, я сейчас вот это возьму. Ну, наверное, там же, на том этаже. Спидвак. Так, ой. Так, а выход где был? Справа. Блять, у меня этот буст. Боты, надо было не брать их. Слушай, тут тот еще какой-то амулет валяется. Наверное, ты выкидывал. Дул спир. Говно какое-то. Не, навряд ли. Слушай, я срел, как один чувак играет. Ты, блядь, ты... аккуратно. И че он там? Он, короче, этот... Постоянно бегал с грибом и отравлял всех. У самого Месси Итер. А Месси Итер что дает, типа... Что ты не... Когда гриб хаваешь, ты не это, не умрешь ли что? Да нет, он постоянно бегал отравленный, но при этом у него были все жизни. То есть как иммунитет какой-то или хуй. Не знаю, что он делал до этого. А, то есть ты не сначала смотрел. Так, то есть он уже... Починилось? У него была уже зима, он все бегал с этим. Починилась игра. Тебе нужен Dark Arts-то? Чего не берешь? Ну, она каждый раз чинится. Ну, когда, типа, переходишь, я уже забыл просто. Так, там, значит, еще один реген валяется внизу где-то. Упал. Так, там какая-то это. Бах, так. Раз, легенько. Ой, отходим. Так, там ключ нужен. Так, это реген. Робот нет! Твою мать. Не поднимайся за мной. Оп. Так, и что, у него ничего нет тут, да, только ключ, корпус. Уровень. Уровень? Вот, давай мне. Блять! Давай мне, да, что ты говоришь? Да что такое? Я разучился играть вообще. Ну его, нахуй. Чё-то там, блядь, сыкотно. Она не проваливается, по-моему. Да, она просто ползти будет мимо. Да? Да. А, да, да я похаваю, она сгорела там на работе. Ну куда-то она делась. Сгорела на работе. Нет, она навсегда сгорела, походу. А вон и твой кортик. Похавал, да, все, что осталось, кортик. Кортик, такая книга была, детский детектив. Я в детстве читал, короче. Мышь. По-моему, какое-то говно было. Даже для детей. Неинтересно. Чего там в Невинке-то происходит? Новый год? Нет? Готовится все? Ну да, будет. А, я не знаю, мы поедем. Это Виталик с Настей, это они там готовятся. Так, вон тебе мышь последняя.
Давай, будь слева. Че у меня такие трусы модные? Я вообще загоревший какой-то. Бить кого-нибудь для тебя. У меня есть черепок. Так, а я хорошо дышу под водой, нет? Не надо меня отравлять, мать вашу. Фух. Жри гушки. Диамесич, по-моему, да? Не, Бэтсуин, Лауты. И Кламси. Короче, тот еще мудак. Так, тут тупик. Дыхательная маска. Плюс к силе, минус все остальное. Тут еще и рипер будет. Что это за херня? Я не понимаю, из-за чего так случилось, что я заморозился. Да нет. Странная дичь. Может, случайно как-то... А, он Кламси, он может быть растыка, он может выпить бутылек просто так. Типа идет такой... Да, а, черт. Выпился. Там такое место классное. Пауза не очень. О, этот препод. У меня бы уровень сначала приподнять. Так, ну я вот, грибочек. Очко. Ой, хотя бы возьмешь, наверное. Сейчас, грибочек, сюда иди. Ура! Найф у меня теперь есть. Так, тут что-то не очень какая-то тема пошла. Орки. The fuck? Виолет ничего не вижу. Да я пытаюсь, да, быстрее. Съебать. Блядь, двоится, звук бесит. Из игры. У тебя громко, наверное, все равно. Блять, убили. Ну, знаешь, это громко звучит, как еле слышно. Странная херня. Наравне с тобой. А, ну ты ж не в наушниках. Хотя твой голос не двоится. Вообще очень странно. Откуда что может быть такое? Может, Steam передает как-то? А может быть, мы не вырубали в стиме звук, да? Чё, надо как-то... Блять, подожди. Стой, стой, стой. Надо звук убрать. Поговори. Чё-нибудь говорить, продолжать? Попробую, короче, все подключать. Ничего не меняется, да? Не-не-не, в смысле, я пока не знаю. Может, и поменялось. Все, я убрал. Сделал тише. И убрал еще звук с твоего компа. Не знаю, зачем он передавался. Так. Если он вообще передавался. Где твой пацан? Да вон справа там был. Там, где навык плюс один, чуть дальше. Вон лежит. А что, ты хочешь его собрать?
толку, что я не резну все равно. Да, не тот пацан твой, вот этот твой пацан. Вот этот? Вот, сука. А, мертвый, в смысле? Вы че, блядь, наделали? Убежали. Ты должен первый его схавать. Оп! И снизу тоже, и еще готовься. Да, вообще. Здесь падал где-то. Так, а это я сдох тут. Посмотри, кто из них я. Так, а, вот я ж могу Absorb Rotten Bow. А это кто? Башка чья-то. Они что, бежали, что ли? А это они были, твари. Что это было за надпись такая? Прикольно. Какие-то новые штуки я добавили, наверное, мне кажется. Что? Нет, я апнул уровень молота. Прикол. Видишь, теперь до следующего навыка 1%. Пока я следующий навык изучу. Крутяк. Что, тебе какую-то шмотку, наверное, с него оставить? Да, 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 да. Хоть что-нибудь. Не гори, не гори, пожалуйста. Молодец. Вот этого чувака бы ты как-нибудь прям было бы идеально. А он, может, упадет? Ой, ой-ой-ой. Закончилось, да? Фига себе. Это у всех такой удар есть? Или из-за того, что ты навык какой-то подизучил? Мог бы помочь как-нибудь. Че у него там? Амулет. А у тебя же хелсух, да? Может, тут тоже будет хелсух? Раздень тогда полностью этого Гандана. Нет, света. Что за фак? Нахуй ты его поднял. Блять. Я забыл уже управление, Олег. Походу туплю иногда. Может, мышь вот эта вот, она не развалится? Сейчас попробуем. Так. У тебя молот слабый. Что это свет? Нет уже? Молот слабый у тебя. Может быть, оно ее не разъебашит на мелкие части. Еее! Так, блядь, Олег, стой, пожалуйста. Стой, стой, стой. Направо, 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 да, отойди. Все, ништяк, ура. Что тут у меня? Амулет какой-то? Амулет Джекет. Света. Оф, так, эту штуку было? Лучше вообще не трогать. Бля, а тут нету воды нигде. Нихуя у тебя вообще амулет этого голода. Что он делает? Голод? Хангер, типа? Угу. Что он делает? Голд? Ну, еда у тебя быстрее это исчезает. И зачем он нужен? Чтобы больше жрать, я не знаю. Дерьмо какое-то. Бля, сейчас рванет. Как я вовремя успел выкинуть бутылку славы. Так, а где у нас этот учитель? Миядзуки или как там? Слева. Левелуха еще. А Learning Point тебе нужен? Да ну хрену, в принципе, я свои два навыка выучил. Сейчас я, знаешь, что сделаю? Так, механик, инженер. И, в принципе, мне больше не нужно у него ничего. Но если хочешь, захавай. Может, у тебя что-нибудь будет такое. Мне так, оставайся. Ну, я себе один молот уже выучил. Как бы. Ну, что-нибудь еще. Ты же маг, что-нибудь магическое. Голод убрать можно.
Waste note — это что такое? Resourceful. Нормально. Все, я на выход. Ой, выход не там. Опять же, похуй, пусть я голодный. Так, ладно, может быть, лучше магию выучу потом. Оставить его. Не у него что-то учить. Заклинание выучить. Ты вообще какой-то ведьмак, что ли? Что, выход там, да, был? Ага. То есть ты воин и маг, что ли? Ну, приходится. А чё, песню не поешь эту? Так, это ж я сам про себя не могу петь. Ага. Я не буду петь, хорошо? Это тебе надо. Нет, спасибо. А чё ты? Не, только фейса могу. Вчера... А, не фейсы? Фейсы, да. Вчера вот пел. Ты знаешь, бля, фейсу ты флексишь. Классная тема. На стриме. Насте не нравится почему-то. Не знаю. Что с ней не так? Спит. Что-то какой-то странный уровень. Ну это такой, где нихуя не будет. Но у него очень странное это расположение всего. Никогда не было такого замороченного уровня, в котором нихуя нет. Он был супер простой, прямолинейный. А, тварь. Так, у меня деф-то чужие есть. Где там мразь? Подзарядить робота моего хочешь? Чтобы ебашил, как кабаяш. Что это? Откуда? О, о, ты что, конченый, что ли, блядь? Блядь, она горела, она горела! Кто она? Блядь! Кто горел-то? На горезка. Пиздос. Ой. Ты можешь ему туда еще раз так же сделать? Типа оттуда, где он стоит. А, он не туда, блин, тварь. То есть, если ты еще колданешь, поменяется голубая, да? Голубой портал. А че он не идет вперед теперь? Стоит на одном месте такой. Ну, нахуй. Вот, сука, ебучий. Так, я пока схаваю что-нибудь. Нет, это мой труп. Так, это зомбари. Не, лучше. Так, где это слайм? А, я почти ее заабсорбил, не успел. Там две было. Раз, два. Так, а, нет, это мой труп. Слайм. Это я уже. Все, наверное, пока погоди. А у тебя нет каких-нибудь оружий, которые ты ненавидишь? Типа копий. Нифига его щелкнуло. Это что за заклинание? Не, чтобы ненавидеть, прям нет. А то взял мою эту спир бы, метнул бы в него. Он прям совсем разозлился. Смотри, аж на эту прыгает. Если бы ты его не щелкнул, мне кажется, он бы чиркнулся. Такой, блядь. В
Flame Warrior, я думаю, там что-то крутое может быть. Пустой? Голый. Мразь какая. Может, тут что-нибудь будет? Ну что, давай там, может, что-то более безопасное есть. Давай, давай. Мышь, например. А, ну он мышь. Я слева, все правильно. Все, иду собирать себя. А, у меня что, двойной прыжок, что ли? Походу, да. Блядь. Оп. Там путь. Закрыть туда. Так. Там рипер. Рипер. Опять рипер, что ли? Он же дай был. Да, он теперь может... Вот ты мою выкинул, эту рипера. Пропеллер туда выкинул, теперь не собрать робота. Пропеллер, сейчас все нахуй выкину. А что ты хочешь сделать? Его загреть, что ли? Или чтоб мне потом поднимать было не так скучно собирать его. Так. Блять, да я сейчас опять рипнусь. О, классно. Он, походу, реген выпил. Как же я боюсь эту хрень. Так, это готовый уже, нет? Да, ну, наверное, да, если там... Вроде похоже, готовый. Давай я тебе его кину туда. Давай, я боюсь прямо пиздос всего тут. Хотя у меня там мои шмотки, надо все-таки. Блять. По-твоему, это смешно? Да не получится, мне кажется. Сука ты. Да, блядь, нога. Сука. Нога? А, реген, точно. Что, он тебе ногу отрегенит? Да вроде как должен. Да что-то нет, по-моему. Так, может быть, надо с факелом. Прижечь. Че, отрегенил? Прижег. Или прижег именно? Я себе ставил факел вместо ноги. Покажи. У меня была бы сейчас деревянная нога, но так как реген, она зажила. Вообще, деревянная. Не перестаю удивляться. Случайно его еще открыл, да? Не, я что-то такое помню. Может, тоже в твой клуб вступить одноногих? А, нифига, не осталось. Я ее прижег, но факел в руке остался, но не стал на ногу спрятать. Как ты туда запрыгиваешь? Я не понимаю. Что, у меня еще план появился. Да! У тебя нет. Олег, а у тебя есть это кольцо? Регена. Но это немножко не то же кольцо. Блять, я так и знал. Ты зачем такое сделал? Сначала у меня ноги не стало, потом меня не стало. Ну хоть можно сожрать себя спокойно. Ой, это что там еще было что-то? Что-то катка вообще какая-то не получается у меня. Ого. Тварь, а еще и улетел туда. Ну, хоть сдох быстро. Ну что, остается Джиперс Криперс, блядь, драка с ним. С этим чуваком? Зачем? Ну, нифига, я сумел убежать пока что. Так он же, если никого не убить, он не это. Не появится. Или появится. Ну там у него уже труп валяется. А, он сейчас начнет хавать. Винтуха плюс два. А, это, блядь, это... Это хуй-то. Сколько ты уже наиграл? Она развалилась. Часов вот 200 или 300? Ага. Не знаю.
катку, как ты говоришь. Ой. Класс, блядь. Ну как класс? Не знаю, по-моему, не очень класс. По-моему, не очень, Олег, было сейчас классно. Такие же, что ли, остались? Кламси. Ну, хоть Брис Холдер. Тоже такой себе мудак какой-то. Ты хаваешь. Что, может, мы не будем умирать сейчас? Давай, да, давай не умирать. Я фиолетовый хаваю и летучих мышей. Тогда сейчас. Хорошо, зеленый. Так, пацаны, это вам. Подожди, пускай они там потравятся все, или они его будут бить. Я уже забыл, как они реагируют. А, они не пиздят его. Тупые. Ой, ой-ой-ой. Иди туда к ним, в яд. В яд иди, сука, в яд иди. Все. Всех в яд туда надо. Вот еще за воина, заебись. Вау, ну как? Заебись, но не очень. Так, сейчас, подожди, я тут все это. А тогда ворую. Картофан. О, наверху можно схавать будет потаточку потом. Угу. Так, спидуха. Ну я так чисто, чтобы... Ты меня чисто раздел, да? А, это ты был? Ну да, чтобы ты... А, нет, вот. Ну давай я тебя сейчас раздену, чтобы ты потом это... Себя схавал, правильно? И все. Так, только я возьму обратно всю свою... Спидлак. Че там? Чейнмейл говно. Здесь никто не умер еще. Спидуха. И шлем. Там зелененький шарик. Шлем твой был? Да, наверное. Стрэнджухи тебе надо бы. Не знаю. Скорее всего. Так, а этот сейчас как? О, смотри. Потаточ надо приготовить, да, сверху сейчас один. Хотя я слайм хаваю. Просто вот так раз. Все? Тащить его? Ход? Бейкет, да, нет, должен быть? Нет. Да, все убирай. Ну-ка. Сгорит, походу. Да не сгорит. Чё я умею готовить? О, бэкет потейта. Заебись. Оверхилл. Сейчас что-нибудь придумаем этим пацаном. А чё, они уничтожили, что ли, эту штуку? Суки, блядь. Чё, давайте. Какой-нибудь шухер. Мутим шухер, пацаны. Ах ты фак. Тихо, не трогайте. Надо этот. Тебе надо что-то, чем можно бросаться и завалить факел, чтобы они там погорели. Да сейчас я их так разъебашу. Все сдохли, нет. Все. Так. Ключик. Давай я сейчас раздену их. А, ты все уже появился. Че там? Чест. Вау, дрейнин, шарп, дирк. Это, наверное, что-то крутое. Жизни дрейнит или что, как думаешь? Да думаю, да. Так, книжка какая-то. Пружина. Пружину ну, сразу или ману. Выкидываю нахрен. А у пацана что у моего, интересно? Ой, что я сделал? Оп. Да ты, блядь. Стой. Сандари, дефенс минус, спид минус. Это что за сандари? Это у тебя были такие, по-моему. Потому что у меня буты. Блять, вообще что ли? Ну да, такие не очень сандали. Так, Strange минус 2, дефенс 1. О, так это получше будет гораздо. Малит. Так, мне можно тоже что-то в руки взять.
Опа. Что там, как в Outward'е успехи? Уже прошел, наверное, все. Да. И DLC тоже? Второе. Ну, не все, но это DLC прошел, открылась миссия на вторую DLC. А, круто. Так, что, Deftage, наверное, да? А там уже разные... Что, жесткие там эти големы были, или кто там был в конце босса? Ну, вот этого мастера кузни я не могу убить, пока не получается. А как ты прошел? Сейчас уже буду делать тему на кулаки буду делать и ею пытать. А это была второстепенная миссия. А кто он? Типа тоже какой-то голем? Или кто? Он лич. А, лич вообще не очень. Это что такое? Large Shield. Уровень я взял, можно валить. Тут здесь все самые сильные это личи. Да, обычно во всех играх. Что ядовитый, блядь. Личи очень сильные. Что этот голем, блядь. От чего ключ? Ключ просто так. Отсюда, да, похоже? Да, мы все открыли. Можно валить. Еще по одной не смотрел фильм. С этим чуваком, который играл в сериале Ганнибал. Который играл Ганнибала. Мэтт Миккелсон. Не помню, как его зовут. Фильм про то, как учителя решили проверить одну теорию, что нам от рождения не хватает 0,5 промилле в крови всегда. И то, что если ты в день будешь по 0,5 промилле там употреблять, не потреблять, а будешь держать такое... Да робот, ты вообще мудак, что ли? Держать такой процент только лучше будет. Ну и они начали такой эксперимент. Все было нормально, пока они не решили дозу повысить. И потом начался пиздец. Ну, прикольный такой фильм, пойдет. Так, стоп, мне ж надо залезть туда. Опа. Of power. Что делает power? Майти. Это ты всегда майти, что ли? Или надо собрать нет, комплект? Нет, тебя бьют, когда может эффект майти получиться. Ага. Так, ты тут пока пробуй эту херню активировать. А, так это она... Вот это, да? Все, нам только туда и можно. Ой, я пресс-холдер же, мне вообще насрать. Оп, я невидимый. Ты бери уровень, потому что я уже брал. Second hand. Ёба. Короче, я выключил у себя звук из игры. Теперь я слушаю только твой, но хотя бы не двоится. Что я сделал? Где вторая часть? Слушай, вот мачете нормик у него. Кого? А, у Крамбла? Слейс, спир. Не знаю. Кингс, наверное. Я бы с удовольствием был... Те сандали, которые тогда у тебя были, бы сейчас надел. Классные были. Что там? Минус что было? Минус скорость. И защита, по-моему. Да, ничего. Интеллект, по-моему, я что-то не помню сейчас. Где ж кусок робота моего? У
нажимания используют роботы, они будут подсвечиваться, если они попадают на экран. Да, что не знал. Ты можешь не замечать. Буду теперь вообще все время нажимать. А что где-то нет? Тут нет. Вот он. Он чуть ниже. Ага. А еще есть куда сходить. Я еще и в лаву полетел. Ты полетел к пираньям, а я в лаву. Хорошо, что там уже это все застыло. Я кидал туда кусок. Ты меня спас, типа, как бы в будущем. Ты предвидел мою смерть. Как фильм какой-то ёбнутый тоже про... Да, давай покурим. Будущее было. Серега. Здорово, Юр. Здорово, Серега. Че, как дела? Новый цвет? Или давно? Да ничего. Санёк-то приехал в гости. Ну, сейчас не знаю, в гости. Круто, передавай привет. Так. Да сейчас тоже. Кто? Может, сам подойдет сейчас. Цвет такой. Да он всегда был. Просто сейчас... По темноте этот лучше видно. Не, мне казалось, что у тебя вообще чёрный. Не, ну тоже в смысле. За хрена эти картины. Смотри, Олег, за амулет of Fortune 26 дают. Продавать его? Он же не дает никаких характеристик. За кого? Амулет of Fortune. А, ну что-то дает, какую-то удачу дает. Чё, Серёг, это, паузыч. Пойдем покурим. Давай, давай тогда. Пауза.